Идем к водопаду и проходим канал, который уходит на ГЭС. С другой стороны. Да, сейчас мы с другой стороны, но все равно мы сейчас увидим этот водопад. Так, справа у нас тоже вода. Но главный водопад у нас вот. Ну, вот здесь смотровая площадка, с которой водопад виден во всей красе. Так, ну здесь, похоже, хотел бы сам предположить, что сюда вода с ГЭС выходит, но никакого течения отсюда нет. Сейчас июль. Временами дожди идут, но они такие сильные. На фоне водопада.